Ну что ж, мы продолжаем изучать мнение иностранных болельщиков о наших российских футболистах, выступающих за рубежом, и сосредоточимся на том отечественном игроке, который получает больше всего критики от иностранных фанатов. И вы не поверите, речь не про Александра Кокорина, речь про Дениса Черышева, который, в отличие от Кокорина, появляется на поле, бьется за свою команду, но валенсийские фанаты его в какой-то момент просто возненавидели. И в какой-то момент критика Черышева достигла какого-то градуса безумия, ей-богу. Ну и на фоне всего этого мне, конечно, стало интересно, как отнеслись валенсийские фанаты к тому, что Черышев вернулся в стартовый состав своей команды. В матче против Реал Сосьедада Денис вышел с первых минут, провел 64 минуты на поле и был в итоге заменен. И вот здесь вот интересно, что же они написали касательно действий Дениса в данной встрече. Критикуют ли они его? Или напротив, валенсийские фанаты рады ничейному результату с Сосьедадом и, может быть, даже похвалят Дениса? Давайте узнаем. На сайте inoprosport.ru были собраны самые интересные комментарии на данную тему. Ну а я сейчас, с вашего позволения, зачитаю вам перевод для нашего общего ознакомления. Поехали! Но сперва хотелось бы напомнить вам, что наш спонсор, компания BaldBet, продолжает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в описании и зарегистрируетесь на сайте BaldBet, то получите бонус. 3 бесплатные ставки. Главное, не забывайте вводить промокод, также указанный в описании, он нужен для того, чтобы активировать этот бонус. Ну а мы переходим к испанским комментариям. Паску Калабай написал: «Можете кидать в меня камни, но я скажу, что хейтеры Черышева ни черта не понимают в футболе». Ну, прям как я. «Его единственная, но при этом огромная проблема – это травмы. А так он очень хороший футболист». Ну, в кои-то веки адекватное мнение от испанского фаната. Травм у Черышева действительно очень много, но в целом футболист он неплохой. И вот здесь, получается, один из испанских фанатов пытается даже вступаться за Дениса. Хотя в основном его действительно критикуют в Испании. Дебаты Валенсиан написал: «Черышев без травм – топовый футболист. Его проблема в том, что он хрустальный. То же самое было у Висенте Родригеса. Когда пошли все эти повреждения, стало тяжело играть». Но Висенте вообще был классный футболист. Кстати, тоже крайний хавбек, как и Черышев. По-моему, даже левый крайний, как и Денис. Ну и он выступал за Валенсию долгое время. Был суперзвездой, но дальше начались травмы. Уно Азеро. Проблема Черышева не только в травмах, но и в его скоростных данных. Будучи чистым крайним хавбеком, он не в состоянии обыграть ни одного оппонента. Но вы знаете, крайние хавбеки Валенсии в принципе так себе играют. И не только Черышев. Тут мало кто может пройти соперника один в один. Хуан Ауксил написал: «Согласен насчет того, что Черышев не так уж и плох, но он редко готов играть из-за своих травм, поэтому пользы от него мало». Маска Чапизмо. «Откровенно говоря, сегодня Черышев не был в числе худших. Он сыграл нормально». Виувида де Бенитес. «Черышев сегодня сделал 50 передач. И в 50 случаях Макси Гомес не был готов их принять». Ну, кстати, вот к вопросу о других футболистах. Макси Гомес, мощный нападающий Валенсии, не особо справился со своими задачами, в том числе не смог откликнуться на передачи Черышева. Гести Туфо. «Черышев – это пешеход и жулик, который из-за своих постоянных травм вообще не должен находиться в профессиональном футболе. Если, конечно, то, во что играет Валенсия при президентстве Лима, можно назвать профессиональным футболом. Зато шарфисты наши кричат: „Давай, Черри“». Шарфисты – это, видимо, аналог Кузьмичей, что ли, в Испании или что-то такое. Ну, в общем, нашлись здесь и те, кто вновь начал критиковать Черышева. Хосе Миньенс написал: «Я бы посоветовал тренеру, чтобы он начал убирать кривоногих и ставить вместо них нормальных игроков. Нельзя, чтобы Черышев был на поле, когда Кангин Ли сидит на лавке». Я уже просто, знаете, я не могу здесь не материться в этой ситуации. Как же задрали с этим Кангином Ли. Вот ей-богу, они, видимо, считают, что этот кореец – это новый Месси, не иначе. Паренек, который в свое время выиграл какой-то там конкурс талантов в Южной Корее, считается большой звездой у себя в Азии, там YouTube-ролики его смотрят. И вот здесь Валенсия верит, что он выйдет на поле и все проблемы решит. А по-моему, это Хашим Мастур, номер 2.
если вы знаете, о ком я говорю, тоже такой герой интернета был. АМП-81. Ни Черышева, ни Хауми Косты в следующем сезоне не должно быть в этой команде. Ну и PSN YouTube написал: если сегодня Валенсии сопутствовала бы удача, то Черышев травмировался бы навсегда. Но вот такие добрые фанаты есть у Валенсии. Поэтому, как я уже много раз говорил, Черышеву нужно валить из Валенсии. Он не должен играть в команде с такими неблагодарными фанатами. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и YouTube-канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока!